рядом, поближе. Куда-то он там скамейку подошли. Дело вот какое. Мне сейчас все, что есть, делает врач. Она тоже врач. Иди, батюшка, сюда. Я хочу... На консилиум, батюшка, на консилиум. Посоветоваться. Разуюсь и пока покажу ноги. Вот ты сказал 40 минут. Она говорит 30. Обоснование очень сильное. Не более 40, я сказал. Ну, не более 40. Ну, 30-40 минут. Да, да. Так написано доктору, который назначил. Вот, так, Любовь Николаевна, скажи, сейчас я покажу ноги. Какое время и насколько мне это... Ну, она... Если можно, низ самый... За пятку вперед. Ой, давай. Теперь можно снять уже вечером. Что у меня утром тут было? Рассказывай, чтобы они знали. Чем ты намазала тут, что намотано. И дело в общем, вчера я себя сразу почувствовал хорошо. И я уволокся, дошел до моста, прошел весь мост на ту сторону. А и кто тебе мазал-то? Не перебивай. Никуда не годится. Свидетели должны тихо молчать, пока не выстрелили. Простите. Да нельзя так. Так, и обратно вернулся. Сам. Ну, правда, она звонила, узнавала, где я, потом Володя. И вот теперь, какой свет? Вот что с этой ногой было сегодня здесь? Я хочу, чтобы потом не было, что не знали ли ошибка какая-то. Я-то, она делает это, приходит каждый день, мерит мне давление. У нее аппарат такой прямо... Современнейший. Вот. И потом, который ты дал электрические-то там две лепешечки-то, она их наставляет куда? А я лежу в это время, делаю гимнастику, которая есть. Вот решите сейчас здесь. Это вот и врач сама смотри. Так, сними-ка, Люба Николаевна. Да. Вот она надевает два носка. Давай два носка, наверное, да? Один с тобой снимем. У каждого ты резинка тоже, вверху. Да. Ну, они свалки, теперь смотри, слушаю. Лента, которая какая называется? Да, маленький эластичный тоник. Как она? Эластичный бинт. Вот теперь смотри, внимательно, что она делает как. То есть я ей доверяюсь-то полностью. Ну, она вот. Нога-то мягкая. Вот здесь стала. Вот у меня сегодня утром было поменьше. Сейчас как будто бы что-то опять. Ну потому что ходил, стоял, что-то делал. Нет, все равно меньше, сейчас все равно меньше, чем было. Лучше вообще белая была нога. Вы между хорошая. Собой сейчас решите, что она делает, ты ли это одобряешь это. И значит, чтобы у меня мысли даже не были такие. Не надо, для меня-то ты главный. Так, теперь, мы на той неделе думаем пойти, где пенсии дают эти. Ну, правильно. Так, ты мне бумаги-то завтра принеси, а не где сейчас бумаги? Какие бумаги-то? А они все у вас. Я не забрал ее, я их вернул. Выходили. Как она называется? Карточка. Нет, это там больница, а это... Сурдолога? Да не, просто... Поликлиника. Поликлиника. Ну, полуклиника. А где эта бумаги-то? С поликлиники. Ну, все у Лены. У Лены. Значит, у вас принести надо. Мы с ней пойдем. Куда вы скажете, знаете, какой-то район. Интернациональная, вот, на интернациональная. По месту жительства. По месту жительства. Дело в том, что я только сейчас узнал. Володю прописали, что он за мной ухаживает. И за месяц 1380 рублей. И эти отняли даже. 1380, а он до горшков выносит. И уголь, и дрова колет. А почему отняли? Все потому дня. Что он был работающий пенсионер, все это урегулировали. Новый нам бухгалтер все сделал. По бухгалтерскому она выполнила так, что в пенсионном фонде он уволен 19-м годом. Уволен. Не дальше у него возрастает индексация пенсии с 12 на 18. Сейчас 20 уже. В феврале уже 20. Ну, сказали, вот. Что от них отрекись, что я староста в общине, тогда будешь получать. Ну, потому что почему? Потому что считается работа, за которую я получаю деньги. Когда я получал, мне рубля нету. Это надо... Ну да, миллионы ворочаешь, какие деньги. Ну это прошедший этап, слава богу, нам помог наш новый бухгалтер. Она вразумела, вот они рядом стоят, заметно. Так, вечером что делает мне? Чем мазать? Купила она сегодня лекарство это. Ну, продолжать будет только мазать и... Мне что надо мазать вечером? Володя, слушай внимательно. Что сладит? Сверху, наружу, я вам показывала как. Вот мажем вверх до колена. Вот до колен мазать? Все, колено уже не трогаем. Уже не трогаем. Там работает тот аппарат, который... Это вечером, который Тюбик купила сегодня. Большой такой. Да. А то мне Сергей привез. Это от мамы. А я красавец, да, он пустой. Ну такой большой, прям большой. Значит, утром она делает вот с проводами.
Вчера делала эту, сегодня эту. Но сегодня что-то я не очень так себя это. Да никуда. Потому что уже хватит каждый день делать нельзя. Мы половину курса сделали, теперь будем после 4 сегодня дня. Сегодня я никуда не ходил. Володя мне позвонил дорогой и говорит, лед, шлепнешься сразу. Там написано? Написано, да, в инструкциях написано, перерыв. Ну, что тут мне надо? Менять что-то или не менять? Или как идет, так и идет? Вот все, как написано по инструкции, она делает. Молодец. Еще бы. Да. Она и говорит, ее учили Неймарк, Шойхет, там перечисляет, самый смертный медицинский. Он приехал, Шойхет, а она, вот, это ее дочь, вот сидит, с красным дипломом кончила, и это такая же. Все красненькие. Я доверяюсь, но, знаешь, времена-то меняются. И поэтому думаю, дай-ка я все вам расскажу, чтобы вы одобрили, я чтобы не блуждал мыслями. Не блуждайте, все правильно. Все правильно. Леги артис. Спаси Христос. Слава Христу, да поможет вам Господь. Так, вот это вот, что сейчас встает во время службы, мне ее не дает ворочать, там как будто нарос какой-то штырь такой. Так я, и я не могу шевелить. И утром я ложусь, делаю гимнастику, это повороты разные, ногами все. Вот гимнастику, какую вам прописали, делайте, и все, что назначено. Еще есть у вас этот раствор-то? Есть. Скажите, много ходить нельзя. Она... Вам предписано ограничить нагрузку. Ходьба это тоже нагрузка. Так, теперь... Туда ходить нельзя. Теперь послушай дальше. Много значит, когда туда что-то идет. Она говорит, что вот хлеб это квасной, не надо. И сейчас она пришла, принесла сумку, свежая капуста, очень хорошо, и яблоки, ну, 20 кг с лишним только в сетке. Как она несла, понятия не имею. Да какие 20? Это хорошо? Замечательно. Так, дальше. Я еще ем рыбу печеную. Ну, от хлеба полностью отказался. Это можно? Нужно. Карась. Или там что у нас еще? Лещ. Да все уже закончилось. Ладно это? Да. Так, теперь. У меня, там они посмотрели, давление было чуть выше. Володя сделал на варенье черноплодки. И отдельно просто замешанная калина. Я их делаю в равной пропорции, ложку меда туда размешиваю, и это пью. И она замерила, у меня все нормально. Ну, 137 было на 70. А? 137 на 70. Сахар исключить нужно вообще. Вот меда ложку в день не хватит. Углеводы не нужны, вот особенно сахар. Сахар это вообще исключительно. Он знает это. Нет, у него черноплодка на сахар. Ну, куда? Ну, вот, ну надо ее делать без сахара. Промыть. Да нет, они будут... Кого там мыть-то? Нет, если варенье, варенье то я, как ее промочить, если варенье? На терке мы ее перекрутили. На терке перекрутили. На терке перекрутили. Если она растерка с сахаром, врач, там все сольешь вместе с сахаром. Так, я спрошу, врач, как говорят они, ладно? Знаешь что, дело-то вот еще все. Я себя болен, то не признаю. Вот это, а когда это было? Ну, конечно. Да. Так я прочитал. Здоровый, он не курит и не пьет, он здоровенький умрет. Да. Сейчас нашли там какой-то доктор. Если говорит, он вкладывает и что, это не так опасно, то другое. Выздоровление в несколько раз больше, чем те, которые все пропал, леска натянулась, да, карасю да, не жить. Да. Так это ничего, что я такой? Да. Ну, самовнушение. Молодец. Александр Александрович, ты от рака излечился же? Излечился. Так, никто не знает, как он вылечился. Да, вот это соль. Вынесли помирать в коридор. И рак да, перепутан, да. И все исчезло. Я молюсь, я спросил. Вот когда она намазала, сегодня она мне отказала. Мне, я больше всего доверяю святой водой, батюшкино лекарство. Естественно, все вместе. Боже, это вера. По вере вашей, да будет дано немного, вам. Илью, а вот так маленько. Нам лишь сравниваться нашу сравнивать свою веру с вашей верой. Так что все будет хорошо. Да. Ну ладно тогда. Все, Любовь Николаевна. Что, господа, участники консилиума, лечить не будем, пусть живет. Он уже и носки не одевает. Носки-то надо одеть. Да не надо, зачем я сейчас буду снимать дома? Ну и что, оденьте. Да она трудно идет туда. Давай сюда. Ну ладно, забирайте так. Это дневная у вас повязка. Ну, завтра после богослужения сделаешь. Да, и трясет. Так. Все делает. Как ему там научили, так он и делает. Теперь вопрос. Пойдем мы туда, где они могут дать или не дать?
Группу. Группу дадут вам, потому что у вас есть показания от сурдолога. Сурдолог сам, она ей какая это самая выгода от того? Она написала направление. Направление вам должно быть из поликлиники по месту жительства. Я все это знаю. На комиссию. Знаешь где? Да. Это мы должны завтра... Кого? Завтра? АМСЭ, по-моему, где-то на этом канале. АМСЭ сейчас не отправлено. Есть такое, что заочно. Заочно даже? Ну, детей заочно. Ну, все. Так, про что заочно-то? То есть документы отправляются, а их даже не... Да нет, мы пойдем сами. Я не про это. Вы пойдете сами. В поликлинику вы пойдете, да. Еще не раз ходите туда. Да. Вот она на меня под руки. Там надо подвести врачей. Нужды никакой нет мне. Ну, подождите. Если так легко работать. Тут недалеко, как раз тренироваться. Не переусердствуйте. Даже в упражнениях тоже слишком много. Вот сделали, сколько написано, предписано, сколько раз сделать то или иное движение. А сколько говорите, делаете? Сколько раз? Ну как, там должно быть указано. Ну, я сделал так, допустим, по 30 раз. Да ну. Нет, 30 это много. А еще это можете ногами нагрузка. Хватать. Нет, это тоже нагрузка. Ну, не больше 15, 10 максимум, обычно 10-15. А? До легкой усталости. Да. Ну ладно, спаси Христос тогда. Да, Христу, аллилуйя. Живите долго. Ольга Николаевна, низкий поклон вам. Спаси Христос. Не за что.